И короче. за ключевку дается вот этот конь, да, красивый типа. За какую тогда? Это донат маунт. Сколько маунтов? Ну так ты плюс они, блядь. Только нет же лети сам. Давайте бафы обновим, наверное. Тело заходит. Не знаю. Да, слишком даже, я постоянно падаю, пока вы тупите, как там зайти. Курить вроде ушел, а нет. Да я вообще не был в комнате в этой. Я бы поставил. Мне тоже дрема надо на усилие туда идти. На. Да, что подбиваем, не понял, что раз.
Ага. Короче, уже хуй, кто что понимает, я отвечаю, вот так тактику рассказывают, нудно, долго и много лишнего, это пиздец. Ну пусть рассказывают. Да это я знаю. Но я полностью бурса даю туда. Ну, вылезем. На третьей фазе убьем на еде. Сто грамм. Скоро мы сразимся с главарем этих извергов. Обратите гнев и ненависть против его прислушников. Да, не щадите их. Бейте без промаха! Вот он бегает.
Я хуй знаю, что там бегают, там люди, какой-то чувак шейму. А что витаминка делает в Мелизоне? Да, а, я тут... Да. Так я же... Да нет, я же вроде на зеленой луже не... Так я смотрю, квадратик пошел бить, я пошел бить. А я тебе что говорил, Войт? Нехуй столько объяснять тактику по полчаса, все равно никто ничего не поймет, пока сам не посмотрит в ютубе каком-нибудь и не разберет. Тут много маны, надо только на третьей фазе. Скоро мы сразимся с главарем этих извергов. Обратите гнев и ненависть против его прислужников. Ты молчишь? А ну молчи.
чудовище из ваших кошмаров. Кто сейчас про Войда будет? Демон с тысячью лиц. Трепещите! Дальний правый. Задохнитесь собственной ненависти. Ай, избейте меня. Так, забежали. А как еще в портал заходить-то, блядь? Это хуйня. Диспорвул. Блять. 100 грамм! Бам-бам-бам-бам. Да. Задохнитесь собственной... Безумие поглотит вас! Ты к большому бить. Мне нужна цель. Маленькие вы там разобьете. Сейчас они начнут мозг бить, он остановит. Да, я знаю. Да как я в щупальце? Блять, я одну сторону в соляну всю слил. Но мне щупальце захватило. Сколько до комнаты вы? А что вы не добили большой? Не потому что вы большой не били. Ненависти. Задохнитесь собственной ненависти. Вы же били большой щупальца, почему вы убежали? Задохнитесь собственной ненависти. Падаем, да? Не сильно. Да, но если бы я не один добивал бы его, то мы не убивали. Не хватило буквально фигни, да. Я не вылетал. Я не знаю, кто там вылетел. Да, я вышел, Апис вышел, а кто там два еще или я не знаю, за ними. Да, я тоже вышел. Да, да, я вышел. Там все вышли, нормально. Там нас не надо так много, там ралли, короче, в соляну охуячить все. Я там в одну сторону просто пошел, смело, они там где-то побежали. Я забежал, короче, ничего нету уже. Там дело не в том, как вы портовые эти щупальца сливаете, а урон в мозг. Ну, в мозг я нанес 250 капчет. Я просто имею в виду, что ну нету смысла запускать только двух человек, потому что они быстро щупальца сливают, а надо запускать всех. Чтобы мозг быстрее переводить. Его щупальца сливаются? Нет, я короче... Нет. Мы ж с этим, с притяжкой были, с Варом. Вот, я вот его был, он побежал по раю, а тоже побежал по раю, все. До портала она уже исчезла, если что. Кто там живой еще остался? Так а че вот тупить не может?
баблом он не снимается. Вот тупица! Ты не знал? Бля, ну как в 25-ке от них люди думают, это пиздец, потому что есть секунд 5. Он начинает двигаться, блядь. Трудно отбежать от него. Я, знаешь, такой прикол наблюдал, пока щупальца бил, но там луч появился.